попробуй меня схватить. Я здесь я не вылезу. Зачем-то они сделали вот эти туннели? Никак не соображу, зачем. Может быть, потом я буду ходить по этим же местам, только будет куча врагов, например. Все очень странно. Ты мой пропустила коммент. Да я не пропустила, я просто... Ребят, давайте не устраивать детский сад. Ты меня игноришь, ты пропустила мой коммент. Просто, ну, действительно, некоторые комменты я вот читаю про себя, и просто вслух не читаю. Ну ладно, ну вот, например, я скажу. Мне кажется, или ей мешает рубашка, например. Я прочитала этот комментарий, просто, ну... Если я... Тут и так много в игре надо читать, не могу прям вслух каждый комментарий прочитать, не обижать. Ты откуда? Санкт-Петербург. Давай дружить, ну давай, ты уже вроде заходил на мой стрим. Кстати, ты походу тоже из Санкт-Петербурга, у тебя номер телефона Теле2. Или это в другом городе какой-то другой оператор. У нас Теле2 953. Так, ну и... А! Открылась дверь. Я не против дружить. Вайс, Кидман, Раннинг, Фанни. Very funny. По-моему, она очень тупо бегает. Как тупо по-английски. Running stupid. Мне кажется, так. I hate her shoes. Вот что. Как тебя зовут? Я из Екатеринбурга. А, из Екатеринбурга. Люся меня зовут. Приятно познакомиться, только я не знаю, как тебя зовут. Приятно будет познакомиться. Щет. Щит. Холли, щит. Самое ужасное ругательство американское вот это. Никогда не понимала, чем они это говорят. Ну что, у нас тут еще какой-то прибор. Надеюсь, руку я не отрежу. Опа! Что за фигня? Нет! Пожалуйста! Это мозги, это щупальца, это... О, боже. Что за... Офигеть. Подходи, говнюк. О, господи, что он делает? Что они делают? Он насилует труп. Он ест труп или что это происходит? Я сваливаю, ребята. Мне эти дикобразы не нравятся. Он слепой, он меня может только слышать. А, ну тогда он... Слепой, интересно. Ну, значит, мне главное на них не наткнуться, я так понимаю. Классный момент. Да вообще. Тут есть спортсмены по конному спорту. О, это такой классный спорт вообще. Ну, я, к сожалению, я каталась верхом даже на лошадях. Но это было в детстве. Ну, на повозке тоже. Ну вот верхом именно в детстве каталась. Это было так классно, но правда довольно-таки больно. И нужно привыкать вообще. Ой-ой-ой, ой-ой-ой.
Он что, на кровь, что ли, реагирует? Трупы-то они как-то нашли. А, по запаху крови, наверное. Офигеть, ребра торчат. Добавляйся. Нетушки, сам добавляйся. Какая самая страшная игра, на твой взгляд? Я думаю, самая страшная игра, на мой взгляд, будет только это Silent Hills. А для меня вообще... Давай подумаю. Самая страшная игра. Ну, просто много игр, которые меня очень пугали. Но я говорю, вот Silent Hill 2, например. Да, вот второй Silent Hill очень страшный для меня. Очень, когда в этот ад все время опускается, опускается. Я сидела, я аж волосы себе на голове рвала. Но для меня страшно все. Мне даже страшно было в Resident 5 играть. Первый Resident для меня был страшный. Outlast был страшный. То есть я вообще трусиха, поэтому для меня много чего страшно. Но самая страшная игра, наверное, если выбирать, пускай это будет второй Silent Hill для меня. Да первый, кстати, тоже довольно-таки жуткий, хоть там, ну, там были такие жуткие моменты вообще. Какую еще можно вспомнить игру? Страшную. Ой, ты меня даже немножко... как сказать, озадачил. Он его ел. Дожить до рассвета — самая страшная игра. Что это такое, дожить до рассвета? Dying Light? О, нет, дожить до рассвета. Что это? Каким файлообменником ты пользуешься? Да, это DLC. Файлообменником? Это что такое? Разговаривай со мной как с девочкой вообще. Я сложных слов не понимаю. Надо погасить все фонарики или наоборот зажечь? Интересно, наверное, зажечь. Интересная загадка такая. Слушайте, кажется, я начинаю понимать. Так, а если надо, наоборот, погасить все фонарики? Интересно. Сам боялся дико. Принимай заявку. Я приму после стрима обязательно. Привет, как настроение, здоровье? Илья, привет, ты там что-то мне писал, я видела, но не могла ответить. Спасибо. Отлично. О, я не открыла второй сейф, я плохая. Fatal Frame. Чужие. Нокс, ты прошла третий эпизод Резидента? Макс, нет еще. Я сначала хочу Evil Within пройти, потом уже Резидент. Говорят, клевый. Но сложно доверять тем, кому понравился первый эпизод больше, потому что мне больше понравился второй эпизод. Получается, что у меня не совпадают немного.
вкусу. С теми, кто написал, что третий эпизод такой же клёвый, как и первый. А мне, например, больше понравился второй. И что теперь? Так, ну, что делать, ёпарс-то? Отвлечь их, что ли, надо? Я видела там бутылку внизу. Самый сложный момент в какой игре был. Слушай, вот знаешь, сразу в голову приходит, я даже знаю, Вова меня сейчас поддержит, горящая комната в Evil Within на Куму в 6-й главе. Это был такой ад. Я проходила просто, ну, это место 3 дня. Я много играла, именно ровно 3 дня я не могла пройти этот момент. Вот, поэтому для меня это самый сложный момент в играх. Ну, еще могу вспомнить, например, ладно. В Ninja Gaiden 2 босс самый последний для меня был очень сложный. Что еще? Ну, знаешь, просто получается, что если игру на сложном проходить, то, конечно, там дофига сложных моментов появляется. Я даже в Uncharted 3, помню, у меня было кое-где очень трудно проходить, если на высоком проходишь. Так, что же мне делать? А, вот этого петуха надо отвлечь. А как его отвлечь туда, пока он чем-то там занимается с трупом? Как его отвлечь? Лучше всего было взять там бутылку, а бутылку я там взять так и не смогла. Блин. Мне это не нравится, мне это не нравится. Так, спать не страшно. Как? Спать не страшно. Ой, сейчас, погодите. Да, Фадо, то же самое писал. Cute girl, thank you. Меня сегодня в школе побили. Сашока. Это просто ужасно. Ну что за жестокий мир вообще? Как такое может происходить вот в нашем современном мире? Взяли паренька, побили, ну. Я надеюсь, что ты не девушка, потому что если ты девушка, то еще хуже. Так, я не знаю, какую бутылку взять. У меня уже просто сейчас башка треснет. Как-то попробовать на него пройти? Или сначала его отвлечь, вот этого? Попробуем. Come here. Ну давай. Третий эпизод норм. Понятно. Они... Да, 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 Кирилл, именно это они делают. Я смотрела этот стрим в горячей комнате, это был адовый стрим, ага. Типа в вулкане босс в Ninja Gaiden. Нет, там последний босс. Ninja Gaiden, самый последний босс такой какой-то большой, и там нужно было по лестнице так подниматься и как-то его убивать, и тоже несколько дней не могу пройти. Нам понравился третий эпизод. 2/3 самый классный. Трудно сказать, какой круче, но третий крутой. Хочется послушать твое мнение. Потише сделаю чуть-чуть. Реально громко. Самое страшное, Люсина обзывательство пошло в ход. Ой, мне снятся кошмары, конечно, очень много. Очень много кошмарных кошмаров мне снится.